Итак, всем привет, моя зеленая банда, с вами Flutter Green, и сегодня мы, в общем-то, продолжаем смотреть «Ходячие мертвецы». Что ж, давайте-ка начнем. Комикс Паули Сентри. «Ходячие мертвецы». Да-да. Оно. 3 месяца назад. Окей. Зимбер Спрус, ты в порядке? Я не знаю, что происходит. Мы с Глориозой разделились. Я понятия не имею, где она. Я не знаю, где я и... Эй, все будет хорошо. Почему бы тебе не остаться с нами? Твои навыки выживания могут пригодиться. Да, спасибо. Без проблем. А теперь пошли. Нам нужно найти место для ночлега. Мы уже дошли туда? Думаю, нет. Нет, мы последуем твоему примеру. И будь осторожен с этими монстрами. Что-то очень легко, они ему доверились. Сегодняшний день. Он да. Там уже несколько часов. Ну, можно ли винить его? Он только что потерял свою сестру, единственного члена семьи, который у него, вероятно, остался. Да, ты права. Кстати, мне так жаль насчет Твайлайт. Я могу себе представить, как это должно быть было тяжело для вас обоих. Все в порядке. Такое. Сейчас она в лучшем месте. По крайней мере, я не потеряла тебя. Эй, ребята! Я должна тебе объяснить насчет твоих братьев и сестер. Помнишь? Лира, пожалуйста, скажи мне то, что я хочу услышать. Им удалось бежать. Их было 3. Слушай, я не знаю, живы ли они. Все, что я знаю, это то, что они сбежали. Твоя сестра, Полли, она повредила ногу, когда убегала. Очень, очень сильно. Как? Насколько сильно? Ну, скажем так, если бы она не пришла вовремя, то к этому моменту она, вероятно, потеряла бы рассудок. Или еще хуже, истекла кровью до смерти. Нет, Лира, куда они делись? Не нужно найти их! Я не знаю, куда они направились. Это вся информация, которую я могу тебе дать, Флэш. Извини, я правда сожалею. Ну? Печально. Танцы? Может, нам начать все планировать? Возможно, сейчас не самое подходящее время. Наверное, нам стоит подождать до завтра. Давай. У нас был действительно тяжелый день. Давай, пойдем немного поспим. Ну, учитывая, что у них произошло, действительно тяжелый день был. Эй, ну? Вы в порядке? Эпплблум только что плакала во сне. Она скучает по бабушке Смит, Биг Макинтошу, своим друзьям. Я не знала, что ей сказать, кроме того, что я тоже по ним скучаю. Рарити, ты понятия не имеешь, как сильно я тебя люблю и как много ты для меня значишь. Пожалуйста, пообещай мне, что ты никогда не бросишь меня. Я обещаю. Подожди-ка, все движется к поцелую, что ли? Оу, май! Совет им, да, любовь. Что тут можно еще сказать? Следующим утром. Извините, ребята, что подняла вас так рано, но нам нужно поговорить. Говори. Твайлайт нашла лекарство. Она нашла что? О! Как? Где? Пардон? Слушайте, я знаю, что у вас всех есть вопросы, но сначала нам нужно кое-что выяснить. По словам Спайка, лекарство в настоящее время хранится в лаборатории Твайлайт. Вернемся в Контерлот. И я уверена, что мы все согласны с тем, что идти в Контерлот прямо сейчас – самоубийство. Да, вам в первую очередь вам надо найти припасов, найти какое-либо оружие, укрепить свою позицию, потому что если вы просто напролом пойдете искать это лекарство, которое, возможно, еще осталось, возможно, его еще никто не забрал, вам в первую очередь надо обезопасить себя самих, чтобы вы избежали будущих потерь, потому что это, учитывая, на какую тему это комикс, по-любому будет что-то этакое. И учитывая, какие там постоянно есть ситуации, вам надо смотреть в оба по сторонам, чтобы у вас не вот такое вот зрение было, что только на экране появляется какой-нибудь мертвец, вы только вот так вот можете посмотреть. А? Что? Есть? И
сразу же кусает кого-то. Но нам также нужно получить это лекарство и покончить с этими страданиями раз и навсегда. Да, да, и я об этом. Каков твой план? Хорошо. Во-первых, нам нужно решить, кто пойдет в город. Это должен быть кто-то, кто знает, как уклоняться от Орд. О, я знаю! Флэш знает! Он несколько раз спасал нашу жизнь от больших Орд! Я ценю это! Я действительно хочу, но... Я планировал отправиться в Эверфритаун и поискать своих братьев и сестер. Флэш! Нет, нельзя! Вам нельзя разделяться! Учитывая, что тебя уже ловили, хотели казнить, что, в общем-то, уже как-то жестко, то вам нельзя разделяться. Если вы хотите найти твоих брата и сестру, или же братьев и сестер, я не знаю точно, в каком количестве их, вам надо всем вместе пойти, поискать их, а потом отправляться за лекарством. Или же наоборот, сначала за лекарством, а потом за ними. Потому что, ну, сами понимаете. Разделяться в данной ситуации вообще не вариант. Я могу понять все, через что ты проходишь. Но мне нужно, чтобы ты пошел со мной в Контрлот. Остальные из нас совершенно не представляют, как пройти через Орду. Пожалуйста. Но, Флэш, не волнуйся. Я пойду в Эверфритаун и разыщу их. Правда? Да. Еще один. Я, конечно, все понимаю, ребят, но не надо разделяться. Тебе не нужно беспокоиться. Сансет нуждается в тебе еще больше. Да ладно, ты должен знать, что я позабочусь о твоих братьях и сестрах так же сильно, как и ты. Хорошо. Я пойду с тобой, Сансет. И спасибо тебе, Тимбер. Я действительно ценю твою помощь. Обращайся в любое время. А еще, вам, ребята, нужно, чтобы я пошел с вами? Нет, я понимаю. Вообще никого не берите с собой, пусть Сансет сама идет, найдет лекарство, потом еще братьев и сестер Флэша. Пусть она все сделает, вы сидите тут. Почему ты спрашиваешь об этом? Но сейчас нам нужно обеспечить твою безопасность, Спайк. Я была в лаборатории Твайлайт пару раз, так что я знаю ее, как свои 5 пальцев. Ты уверена, что нам для этого не нужен Спайк? С нами все будет в порядке. Сейчас нам действительно нужно защитить Спайка. Я не собираюсь рисковать. Все, что мне нужно знать, это как выглядит лекарство. На самом деле, его не так уж трудно не заметить. Вы узнаете его, как только увидите. Хорошо. Когда выходим? Через несколько часов. Нам нужно подготовиться. Это может быть долгий и интересный путь. Да, интересный. Больше потерь. Больше всего очень интересно. Я очень надеюсь, что у них больше не будет потерь, потому что это будет бредятина. Ладно, вот такой вот у нас часть получилась. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Флаттергрин. Берегите себя, берегите своих близких. И спасибо вам за то, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.